Но если встанет вопрос о защите собственных детей, то я не только оружие возьму, я и кувалду возьму, и все что угодно. Это нормальная позиция любой матери. Что касается женщины с оружием, они же не просто так взяли оружие, потому что им так захотелось, а потому что они были вынуждены это сделать в рамках определенных очень тяжелых обстоятельств. Поэтому мы знаем подвиги, которые совершили эти женщины, и я преклоняюсь перед ними.